Добрый день, дорогие мои подписчики и гости моего канала. С вами Валентина. Сегодня я хочу поделиться очень хорошим сортом огурцов. Это вот мурашка. F1, он гибрид. Посмотрите, какие они огурчики, как на картинке. И вот они у меня завязались полностью. Смотрите, от самого корня, вот я отверну даже, вот видите, вот он корень, где-то сантиметров 5. И вот он сразу же первый огурчик. И пошли вслед огурчик за огурчиками. Я сейчас пройду просто до верха и вам покажу, как огурчики завязываются. Женского типа они, эти огурцы. И вот пошли в рост. Я их всегда высаживаю вот в теплицу для огурцов отдельно. Огурцы скороспелые, где-то 45 дней от всходов до плодоношения эти огурцы. Плодоносят женского типа, как я сказала, цветение. Растение сильно росло, средний ветвисто, особо не ветвится. Я вот всегда пускаю, вот смотрите, залежь у меня идет один вот огурчик, второй, третий, вот четвертый. Я оставила 4 огурчика и обрываю здесь макушку. Так же самое потом вот оно идет. Вот оно, видите, здесь у меня завязь огурчика. Вот он огурец, второй огурец и третий. Потом я оборву макушку. Так я дальше веду в один ствол до верха. Потом я буду их опускать. Зеленец длиной, вот как видите, где-то 11-13 сантиметров. Масса достигает где-то до 100 граммов. Вот. И немножко такие бугорки, вот они, видите, выступают. Черношипые такие бугорочки. В каждой вот пазухе, как вот видите, он может завязывать, образуя до 4-6 завязей. Плоды огурцов предназначены для салата, маринования, засолки. Отлично также подходят и для бочковой засолки. Сорт мурашка мне очень нравится, что он очень, этот гибрид устойчив к мучнистой росе. Урожайность одного растения где-то дает около 5-6 килограмм. Видите, внизу и еще вот они продолжают расти. Вот они, какие красавчики, огурчики. Красота. Переходим на второй рядок. Смотрим. Вот они, огурчик, завязываются как прямо, как вот видите, корень и с корня идут как сережки. Завязываются огурчики. Сколько много. Вот такие вот огурчики хорошенькие. Для засолки они прекрасные. Мариновать их хорошо, эти огурчики. Вот таким сортом мурашка я хотела с вами поделиться. Очень хороший сорт и для теплицы, и в открытый грунт. Очень хороши в любом виде. Для салатов очень прекрасный огурец мурашка. Не боится мучнистой росы. Листочек всегда такой чистенький, аккуратненький, без желтизны. Вот очень хороший сорт. Так что я вам советую, приобретайте такой сорт и будете всегда с огурцами. Они вот все ровненькие такие, аккуратненькие. Очень хорошие огурчики.